Это было в начале года, вот совсем недавно, 1 февраля буквально, на балу прессы председатель журналистов вдруг произнес фамилию Маркин и симфонический оркестр памяти Политковской. И потом позвал меня к себе и говорит: ты вот занимался, и вот, пожалуйста, от журналистов, да, вручи, пожалуйста, нашу благодарность коллективу и Артему Маркину, что я и собираюсь делать. Знак Союза журналистов буквально награжден почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом. Маркин Артем Владимирович. Ну, это не все. Да. Я сейчас... Это признание коллективу за настойчивость, уверенность, за высоту поступка и за честность в окружении огромного количества партий, справедливых, да, единых, новых и так далее. Но вот высоты поступка, честности, честной партии у нас еще нет. Так вот, за честность вашего коллектива. Спасибо вам.